Алтайские сельхозтоваропроизводители получат компенсацию в размере 300 миллионов рублей в связи с ростом цен на ГСМ. Средства направят из федерального и краевого бюджетов. Об этом сегодня сообщил в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко на конференции в зональном районе. Такая мера жизненно необходима для аграриев, которые в этом году потерпели убытки из-за холодной весны и аномальных количествах осадков. Сегодня Виктор Томенко объявил старт уборочной кампании. Всего на семинар приехали руководители 37 районов края, ученые, главы хозяйств. В течение дня они посетят единственный в крае семеноводческий центр по озимым, который находится в поселке Октябрьский. Подробнее расскажем в вечернем выпуске.